Самый быстрый в мире коммерческий троллей способен развивать скорость до 150 км в час. Люди будут лететь 550 метров. Система лебедок вернет их обратно. Уже в следующем сезоне мегатролль заработает в обе стороны. Пролететь над пропастью при желании можно и втроем. Уникальную систему спроектировали новозеландские инженеры. За безопасность отвечает Эй-Джей Хакет, изобретатель банджи-джампинга. Он уже опробовал троллей на себе. По словам прославленного охотника, за острыми ощущениями конструкция выдерживает до 250 килограммов. It's about trust. Это вопрос доверия и понимания. У нас международный коллектив, здесь работают приятные люди. У нас удивительная российская команда, все хорошо обучены, потому что я забочусь о людях. Сейчас мегатролль готовится ко встрече с посетителями, проходят тестовые запуски и последние наладочные работы.